В Луганске с гастролями побывали популярные артисты из России. Концерт в городском дворце культуры собрал полный зал. Здание во время обстрелов украинской артиллерии не пострадало. В столице ЛНР не первый раз встречают музыкантов из нашей страны, которые регулярно приезжают в провозглашенные республики поддержать жителей. Вот и сейчас среди исполнителей приехали те, кто в Луганске не в первый раз. Со сцены звучали хиты разных лет, слова которых знают все.